10 часов 21 минута. Под килем не 7 футов, а целых 16 метров. Иногда даже и 18 бывает. Идем, мы уже прошли 143 от того места, где вчера стартанули. Скорость 13-14 иногда, когда ветер подходящий. Дерево может. Команда принимает второй чай, вон стоит в прозрачной бутылке. Ну а я как самый стойкий на вахте. Вот смотрю эти скалы симпатичные. Наслаждаюсь рекой и удивляюсь, почему нет пятизвездочного тут отеля или хотя бы трехзвездочного, который бы устраивал круизы летом по Амуру, зимой горнолыжные катания или просто лыжные, или в конце концов такая экзотика, как на собачьих или оленьих упряжках гонки. Что еще можно придумать? Да много можно что придумать. Буера эти самые с парусом зимой. То есть чего только не придумать можно на Амуре при таким, ну кроме добычи леса, да, и вылова рыбы, которая, ну здесь ее вон нет на эхолоте, видно, что ее нет. Москва не хочет давать ничего сюда, никаких вложений капитальных. То есть я бы вот тут место просто уникальное, да, плюс озера, сделал бы, ну, 3-4-звездочную гостиницу. И сюда бы интуристов. Аэродром где-нибудь поближе к Комсомольску международный. От Комсомольска построил бы скоростную электричку. Но, увы, размах дальше распила московской плитки, бля. И платных сортиров в размах, в общем, такой государственных мужей. Ну, что мы видим на примере нашего гребаного бантика тупого, присланного нам. В качестве глумления над народом просто. Видите, какие вот скалы, сопки. Тут просто, я не буду рассказывать сон, какой мне сегодня снился. Сон просто красочный, обалденный. Ну, гора Шаман. Это гора Шаман. За кепку заплачено. Вернее, кепкой заплачено. Ну, заплачено. Он уже под 19 метров глубина. Стоило того. Вот, и я с детства, с 4 лет воспоминания про эту реку, как бы вот сейчас сижу, тоже за штурвалом. Даже забыл, какая сегодня дата, вот классно как называется, уже хорошо отдыхаешь. 11 августа. Какое небо голубое. За 2 суток просто забываешь про эту грустную городскую жизнь. Вспоминаешь, что ты человек. И даже стада мошки не пугают, а так. Приятное такое утомление вызывают, когда ее давишь, устав уже просто с ней бороться. И она, собственно, перестает обращать внимание.